Саунд Достар. Салам лирам амнезе. Здравствуйте, друзья. Приветствую всех вас. Hello, my friends. Как вы видите, сегодня у нас сладкий стол. Огромный сладкий стол со всевозможными и невозможными азербайджанскими сладостями. Главное из которых, и турецкие сладости здесь тоже есть, это шекинская пахлава. Знаменитая азербайджанская шекинская пахлава. Сейчас я вам покажу. Вот, друзья, шаки пахлавасы. Я 2 дня вместе со своей футбольной командой был в этом прекрасном азербайджанском городе, известном нам Эсфир, так же, как и болгарский Габрово, своими анекдотами, шекинские анекдоты известные, очень популярные. Провел там прекрасные 2 дня, великолепная природа, горы, малые кавказские горы, реки, футбол. Туристический город, туристический рай, прекрасная свежая погода, свежий воздух. Одним словом, всем, кто приедет в Азербайджан, советую посетить это место. Так, у нас, естественно, сегодня чай огромный. Чай в пивном бокале, друзья. Будем пить. Так, убираем пока что в сторону пахлаву, ее я тоже буду кушать, естественно. Так, с чего начнем? Как говорили в одном фильме, как с чего? С кормления. Так что мы будем тоже кушать. Думаю, что начнем с пахлавы, азербайджанской пахлавы. Я для этого еще припас нашу минеральную воду. Газированную сираб. Моя самая любимая азербайджанская минеральная вода, если честно. Так, салфетки там далеко. Приберем к рукам одну. А начнем, как я и сказал, с пахлавы. Так. Вот она, прекрасная пахлава. Азербайджанская. Там внутри столько ингредиентов, друзья. Объедение. Чай тоже очень вкусный, кстати. Так, теперь бамья. Бамья — это турецкая сладость. Очень вкусная. Сейчас мы ее тоже попробуем. С виду похоже на огурец. Mm.
Будем пробовать сегодня все. Так. Так, пахлаву азербайджанскую и турецкую баню мы уже попробовали. Так, теперь пробуем вот эти печенья. Они очень вкусные. Шакер паре называются. Сейчас попробуем их открыть. Так, сейчас, друзья. Это я все привез вчера. Вот это называется шакер паре. Сейчас тоже попробуем. Мягкие-мягкие печенья. Сладкие. В сиропе. С грецким орехом. Пьем и с чаем, и с минеральной водой. Так, ее мы тоже попробовали. Теперь, друзья, что нам сейчас попробовать? Давайте сначала я налью минеральную воду. Хочу сейчас попробовать вот эти шоколадки, конфетки. Так, вот нашел. Так, мы уже попробовали шакер паре, попробовали бамье, попробовали баклаву, попробовали вот эти камушки, конфетки шоколадные. Теперь попробуем вот эти конфетки красивые, похожие на знаменитый фрукт экзотический. Название, к сожалению, я забыл. Если вы знаете, напомните мне.
Так. Ого. А как пахнут, друзья. Вот посмотрите, какая красота. Так. Начинаем дегустацию. Вот розинку попробуем. Чай да скяга. К сожалению, не смог прочитать, как они называются. Но в любом случае, это конфетки. Очень вкусные. В советское время выпускали точно такие же, белого цвета, если кто помнит. Я не знаю, как они назывались. Так, теперь попробуем вот эти шоколадки. Откуда же они открываются? Все, открыл. Открыл, друзья. Вот посмотрите на эти шоколадки. Давно не пробовал, если честно. Друзья, это халва. Халва с орешками внутри. Очень вкусно. Друзья, это все очень вкусно, неимоверно вкусно, но столько сладостей невозможно в один раз столько помногу кушать, поэтому буду кушать понемножку, но продегустируем все, что здесь есть. Сейчас немножко минералки выпьем. Так, это мы попробовали, это попробовали, это попробовали, это попробовали, это попробовали. Осталось и это тоже. Осталось Монпасье, сахарные конфетки. И самое главное, в конце будем дегустировать шекинскую пахлаву. Самый главный наш
Десерт. Так, сейчас буду вот в Момбасе. В советские годы, когда я был ребенком, были, конечно, в жестяных баночках, все помнят. Скорее всего. Вот она. Момбасе. Красота. Я вспомнил свое детство, друзья. Вкус практически тот же самый. Но тогда, я вам честно скажу, были вкуснее. Так, теперь откроем. Ах, здесь еще одна. Шоколадка Сюдлю Шербет. Гозлу. Молочный ореховый шербет называется. Но я его пробовать не буду. Он похож вот на эту, которую мы сейчас пробовали. Может быть, одно и то же. Поэтому его я открывать не буду. Так, попробуем вот эти. Сахарные конфетки. Они бывают разного вкуса. Это, по-моему, апельсиновый или лимонный, я точно не знаю. Так. Шакиганды. Шекинский сахар. А с чем, к сожалению, не написано. Или, может быть, написано где-то, я не вижу. В любом случае, попробуем и скажу. Вот они, эти сахарные дольки. Шекинский сахар, так называется. Попробуем на вкус. В советское время, когда мы были маленькие, мама готовила сахарный песок. Сначала разогревали, добавляли туда разные... Там пряности, какао, шоколад. И делали из них конфеты. Это было объедение на сливочном масле, друзья. Топленом сливочном масле. Вкус был обалденный. Это было, один из лучших десертов нашего детства в советское время. Ну, попробуем. Я сейчас впервые пробую. Нет, это не апельсиновый вкус. Ну, как конфеты, друзья. Не как сахар, если честно. Такс. Положим тоже на место.
И это добавим сюда, эту красоту. Ну и теперь, так, немножко чая выпьем. В самом конце, сейчас я буду открывать главный десерт сегодняшнего моего видео. Самые знаменитые сладкое блюдо, можно так сказать. Самую знаменитую сладость. Одну из самых знаменитых сладостей Азербайджана. И номер один. Шеки. Шекинская баклава. Так, буду открывать вот эту. Шеки пахлаваса. Вот посмотрите, здесь написано. И вот ее внешний вид. Слоеные сеточки такие. По-моему, они делаются из рисовой муки. Я точно не знаю, не буду врать. Вот сейчас открою. Это я покупал в Шеки, вчера купил в магазине. Там специальные магазины восточных сладостей. Это взвешивается сначала, выбираешь здесь полкило, взвесили и размещают вот эти прекрасные вот такие сувенирные коробочки. Так, посмотрим, правильно ли я открываю. Да, друзья, вот, посмотрите. Она в шербете, поэтому нужно быть осторожным. Посмотрите, какая красота. Вот, знаменитая шекинская пахлава. Баклава. С грецкими орехами, с фундуком. Объедение, друзья, одним словом. Друзья, я не буду его резать ножом. Жалко портить. Вот попробую отломить кусочек и показать вам, если получится у меня. А, получится. Вот, сейчас покажу. Вот, друзья, посмотрите. Сейчас попробуем. Как же это прекрасно. Подобная сладость, пахлава, еще раз покажу вам поближе. Друзья, вот посмотрите немножко со стороны, какая это красота. Баку ее тоже продает, но, понимаете, нужно покупать там, где она делается, производится. Это прекрасная пахлава, друзья. Обязательно советую всем, кто приезжает в Азербайджан, ее пробовать. Потому что сам город Шеки, это с многовековой историей, город с многовековой историей, очень много исторических памятников. Дворец шекинских ханов находится в этом городе. Вот посмотрите. Дворец шекинских ханов находится в этом городе. Два платановых чинара. Огромные, друзья, два. Тоже внесены в список охраны ЮНЕСКО.
И вот это все в этом историческом городе, который находится у подножия гор, Междугор, Малые Кавказские горы, мощеные улицы, сувенирные лавки. Вчера, когда я был и позавчера в этом городе, так как я и был по работе на футбол, ездил на футбол со своей футбольной командой, у меня не было много, достаточно времени, чтобы прогуляться опять. А вам я советую, я там был несколько раз, конечно, я сам живу в Азербайджане, в Баку. Советую обязательно поехать, если вы приедете в Азербайджан, взять тур, прекрасный город Шеки, и попробовать вот эту всю красоту, восточные сладости и увезти с собой. Это все доступно, цены тоже доступны. Вот эта коробочка, смотрите, вот шекинский пахлавы, сейчас я скажу вам цену. Здесь внутри полкило этой пахлавы, она стоит 4 маната, полкило, килограмм 8 манат. Ну, 8 манат это приблизительно 5 евро. 5 евро или 6 долларов, вот так. Ну, пересчитывайте там на рубли или гривны. Ну, кто из какой страны смотрит. Главное, в евро и в долларах я вам сказал. А остальные еще дешевле. Так что они все доступные цены. Рассчитаны на туристов. И в качестве сувениров это будут прекрасные подарки для ваших родных и близких. Так что советую вам тоже, приезжая в Азербайджан, посещать Шеки и увозить с собой всю эту красоту. Ну, слишком долго затянулось мое видео сегодня. Спасибо огромное, друзья, вам за просмотры, за лайки, за ваши комментарии. Всех вас люблю, всех вас уважаю. В следующем видео будет еще одно интересное блюдо. Я впервые его приготовил на своем канале, так что не пропускайте, пожалуйста. Обязательно завтра, когда я поделюсь этим видео, тоже посмотрите. Надеюсь, будет интересно. Bye guys, love you so much. See you tomorrow.